повторяю, в чем состоит метаинтервал. Вы должны вместо неравенства решить уравнение. К этому обязательно надо привыкнуть. Неравенств в некотором смысле не бывает. Бывают только уравнения. Но кроме этого, еще одна вещь. Вы должны еще понять, где функция определена. Потому что на некоторых интервалах может вообще не быть этой самой функции. Давайте сейчас в качестве примера разберем вот эту штуку. Значит, господа, смотрите, корень из 3х квадрат минус 2х минус 1, это 4 плюс 3х минус х квадрат, все это должно быть меньше единицы. Давайте я стандартно по методу интервалов решу эту задачу. Что вы в первую очередь должны написать? Что нас интересует, где функция определена. И там, где она определена, вас интересует, где выполнено равенство. То есть, итак, нужно решить сначала такую штуку. 3х квадрат минус 2х минус 1 разделить на 4 плюс 3х минус х квадрат больше или равно 0. Заметьте, пожалуйста, это имеет смысл сделать даже до разбирательства с этой самой единицей. Это называется найти область определения. Это очень важный, важный термин. Область определения. Для каких x вообще имеет смысл вот это выражение? В данном случае это очень легко сделать, потому что вы, смотрите, вот у этого уравнения знаете корень, x равняется единице. И, между прочим, у нижнего вы тоже знаете корень, x равняется минус единице. Они совершенно очевидны. Поэтому вот этот вот верхний многочлен разлагается на такую штуку. Значит, 3x плюс 1, сейчас посмотрим, умножить на x минус 1. Интересно, я прав или нет? Посмотрите, пожалуйста. Вот если расклеить скобки, будет здесь это так или не будет? 3x квадрат будет? Будет. Плюс x минус 3x, это минус 2x. Плюс 1 и минус 1 будет? Каким образом я догадался? А очень просто. Я понимал, что если есть корень число единица, то соответствующая скобка должна вынестись. Должно быть выражение x минус 1 в числителе. Ну а, естественно, дальше иначе не может быть. Да? Чтобы было 3x квадрат, здесь должно быть 3x. Чтобы было минус 1, здесь должно быть число 1. Отлично. Теперь смотрим внизу. Помним, что число минус 1 является решением. Значит, внизу я так и пишу. X плюс 1. Так, а здесь будет что? По-моему, здесь будет 4 минус x. Проверьте. Вот когда перемножишь, получится или не получится? А? Сейчас минус единица не корень. Минус единица не корень. А что же у него тогда корень? А корень. 4 минус 3 минус 1. Очень даже корень. И как только я записал неравенство таким образом, становится очевидно, что его очень легко решить. Для этого надо просто-напросто не полениться и на числовой оси отметить все корни этих четырех линейных функций. Поехали. Какие здесь бывают корни? Бывает число 1, число минус 1, видите, да? Бывает число 4. Обратите внимание, я его пишу рядом, не потому что я не понимаю, что 4 гораздо больше, а потому что чтобы на доске все уместилось. И еще число минус 1, минус 1, 3. Замечательно.
Теперь пройдем, посмотрим. Если x очень большое, то вот эти скобки положительные, а это отрицательное. Поэтому знак будет минус. Поскольку здесь нет никаких возведений в квадрат, то знаки будут строго чередоваться. При прохождении через очередной корень у вас будет меняться знак. Значит, будет так. Минус, плюс, минус, плюс, минус. Отлично. Нас интересуют места, где больше или равно 0. Так, еще обратите внимание. Четверкой это число быть не может. Поэтому здесь давайте зачеркнем там или выкроем. В общем, этой точки нет. Да? Вот, этой точки нет. И минус единицы у нас тоже нет. Ее тоже давайте как-нибудь мы с вами зачеркнем. Ее нет. Значит, на самом деле есть следующая область. X больше, чем минус единица и меньше или равно, чем минус 1/3. И другая область. X больше или равно, чем единица и меньше 1/4. Ребят, все, я нашел область определения. Так, с этим все понятно? Да. Теперь все просто. Чтобы решить неравенство, я решу уравнение. Вместо того, чтобы писать вот эту штуку скобками, я напишу так. 3х квадрат минус 2х минус 1 разделить на 4 плюс 3х минус х квадрат равняется 1. Ну, решить это не проблема. 3х квадрат минус 2х минус 1 это 4 плюс 3х минус х квадрат. То есть 4х квадрат минус 5х минус 5 равняется 0. Ну, правильно? Mm-hmm. Так, теперь x очень нужно. Х можно вынести. Х вынести, конечно, нельзя. Теперь интересный вопрос, какой же у этого уравнения дискриминант? Какой-то он совершенно ужасный. 25, 15 умножить на 5. Нет, ошибки, по-моему, как раз у нас нет. Получается, ответ не целый. То есть здесь вот ответы были целые, все было хорошо. Здесь ответ получается не целый. Но, ребят, я боюсь, что ничего хорошего я сейчас дальше вам написать не могу. Ну, в том смысле, что это уже грустная черта этой задачи. По формуле решения квадратного уравнения. Х это 5 плюс минус корень из 25 плюс 80 это 105 разделить на 8. Так, давайте разбираться. Когда берешь 5 плюс корень из 105, это будет примерно 15. Значит, это 15 делить на 8, это будет что-то около 2. Значит, число 5 плюс корень из 105 разделить на 8 расположено вот здесь. 5 плюс корень из 105 разделить на 8. Хорошо. Когда берешь число 5 минус корень из 105, это будет примерно минус 5, да? Минус 5 восьмых. Вообще-то минус 5 восьмых тоже прекрасно лежит вот на этом интервале. Таким образом, здесь будет 5 минус корень из 105 разделить на 8. Хорошо. Теперь смотрите, что у нас есть. У нас есть вот такой вот интересующий нас и вот такой. На каждом из них есть по одному корню. Значит, если мы с вами сообразим, на самом деле, когда там выполняется неравенство, а когда не выполняется, то все будет хорошо. Как это проще всего сделать? А я думаю, проще всего подставить вот этот вот конец. Это означает, что вот эта точка входит в ответов, и значит, вот этот кусочек является ответом.
Хорошо. Теперь здесь подставляем единицу. Вообще-то тоже будет, здесь получается 0, тоже будет входить. Значит, вот этот кусочек входит. И получается у нас, соответственно, окончательный ответ. Множество чисел от 5 минус корень из 105 восьмых до минус 1 третий в объединении с такой штукой от единицы до 5 плюс корень из 105 восьмых. Совпало. Честное слово, совпало. Абсолютно счастливый.